Полина. Я учусь во втором классе Б. Занимаюсь в кружке по стопам известных художников. Один раз на занятии мы изучали технику с граффита. Это техника нанесения рисунков на штукатурку разных цветов и последующих процарапок. Эта техника пришла к нам из итальянского и означает «процарапанный». Мы выбрали яркую работу и решили нарисовать ее. Это попугай. Мне очень нравится ходить в этот кружок. Здесь я узнаю очень много интересного. Это попугай. Как фон сначала мы наносили зеленую краску, потом все обтирали мелком, наносили черную и процарапывали палочкой. А это мои еще одни работы.